Шалом! Самый высокий Бог и Христос благословит вас. Сегодня у нас новая тема. Это развод. Развод это нормально для наших людей в русскоязычной стране. А наш Бог, Израилев Бог, истинный Бог, Он это ненавидит. Он это ненавидит. А об этом сейчас мы прочитаем. Сегодня тема еще раз – развод. Сейчас мы открываем пророка Малахи, глава 2, стих 15. Пророка Малахи, глава 2, стих 15. И он не сделал один. И все уже он имел остаток духа, а зачем один? Зачем? Чтобы он мог искать божественной что Чтобы он мог искать божественной имя. А семья, извиняюсь. Поэтому прислушайтесь к своему духу. И пусть никто не предательски поступает против жены его юности. Поэтому прислушайтесь к своему духу. И пусть никто не предательски поступает против, против жены его юности. Бог это Он это ненавидит. Наш Бог ненавидит это. Если вы не хорошо жить с вашей женой или женой, жена жени. Это очень против его закон. Еще раз. Поэтому прислушайтесь к своему духу, и пусть никто не предательски поступает против жены его юности. Стих 16. Ибо Господь, Бог Израилев, Бог Израилев никогда не сказал, все люди Бог? Нет. Бог Израилев говорит, что Он ненавидит развод. Он ненавидит развод. Ибо кто-то жестоко обращается с одеждой своей. Говорит Господь Савов, посмотри на дюк твой, посмотри на дюк твой, чтобы не поступать предательски. Он здесь сказал, ибо кто-то жестоко обращается с одеждой своей. Что это значит? Есть люди, которые верят в Бога, и они соблюдают эти все законы здесь. Но у них нехороший характер к жене своей. У них нет хороший характер к жене своей и они это сделают дома, а когда они здесь или в они, как сказать, они сделают, как они, как у них хороший характер дома к своих жена. Но это неправда. В они очень хорошие, но дома они очень плохо. У них очень плохие, плохие характеры к Жены свои. Дальше. Посмотри на зуб твой, чтобы не поступать предательски. Это что наш Бог сказал. Он ненавидит развод. Но сейчас есть вопрос. Есть вопрос сейчас. Когда мы можем, еще раз, когда мы можем развестись своей жены по Библии, когда мы можем поступать в разводе, когда мы можем выступать в разводе. Бог ненавидит развод, но Mimojim Raz vestis na chijina da mimojim da mimojim no kakda cagda eta mimojim vistupat se chas me atcrivain se chas me atcrivain zaviti kniga que glava devenacet. стих 3. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой свою? Еще раз, это вопрос фарисеи спросил э, э, Иисус Христос. Они спросили его, по всякой ли причине позволить человеку разводиться с женой свою. Он сказал им в ответ. Иисус Христос отвечал им. Он отвечал им здесь. Не читали вы, что сотворивший в начале мужчину, и женщину сотворил их. Наш Бог создал мужчину и женщину. Вначале. Дальше. И сказал, Бог сказал, посему оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей. И будут два, одной плотью. Еще раз. И сказал, посему оставить человек отца и мать, оставить твои родители. Мужчина должен оставить их родителей. Дальше. И прилепиться к жене своей. И будут два одной плотью. Что это значит? Два будет одна плотью. Ты мужчина будет с здесь. Вы должны на все, Бог сказал в Библии. Только про этого вы можете быть одна плотью. Вы не можете верить в Бога, а твоя жена не верит. Или твоя жена верит, а вы не верите. Об этом потом я буду э, объяснять. Об этом потом буду объяснять. Дальше. Стих 6. Так что. Они же не двое, но одна плод. Итак. Что Бог сосчитал того человека, да не разрушает. Они говорят ему. Как же Моисей заповедал давать Раз, разводное письмо и разводиться с ней. Еще раз. Они говорят ему, фарисеи говорят, Иисус Христос, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала, а сначала, в начале, когда Бог создал мужчин и женщин, а сначала не было так. А сначала не было так. Значит, что? е не наш Божі валя. А час ми читаем, когда Мозис или Мойсей сказал это, потому что в стик э, стих 7 они сказали, что Мойсей заповедал давать в одно письмо и разводиться с ней. Но об этом мы сейчас читаем. Об этом мы сейчас прочитаем. Мы открываем сейчас, пожалуйста. Второзаконие, глава 24, стих 1. Второзаконие, глава 24, стих 1. Если кто возьмет жену, и сделается ее мужем. И она не найдет благоволения в глазах его. Это значит, что если вы женился, если вы женились, или ты женился, а потом тебе не нравится твоя жена, Дальше. Потому что он нашел в ней что-нибудь противное. И напишите ей разводное письмо. А даст ей в, руку, в руки, извиняюсь. И даст ей в руки и отпустить ее из дома своего. И отпустить ее из дома своего. И она ведет из дома его, пойдет и ведет за другого мужа. Если, например, у меня жена, а я сдал его разводной э, письмо, и она ушла от меня, и другой мужчина забрал ее и женился с ней. Дальше. Стих 3. Но и сей последний муж возненавидит ее и, напиш, и напишет ей разводное письмо. И даст ей в руки и опустит ее из дома своего. Или умрет сей последний муж ее. Не первый, последний, второй. Умрет сей последний муж ее, взявши ее себе в жену то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену. После того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом. Если она уже входит за с этим мужчиной, и этот мужчина razvadil-ia ele, on umeral? Pervez moj-ia não moj-izar brati-ó. E se ele não puderizar brati-ó, para celebrá zan maso se sexosne? É tão gemerzoz prir gaspód. É tão gemerzoz prir Сейчас мы обратно. Новый Завет. Книга Матфея, глава 19. Стих 7. Еще раз. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней. Он говорит им, Христос говорит, наши люди, фарисеи, Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Сначала не было так. Дальше. Стих 9. Но я говорю вам, кто разводится с женой свою не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует и женившись на разведенной прелюбодействует. Еще раз. Но я говорю вам, кто разводится с женой свою не за прелюбодеяние и жениться на другой, значит, что, например, если у меня жена, и я разводил ее, я разводил ее просто потому, что мне не нравится его, ее, может быть,

на свою жену, если просто тебе нравится ее. Это нельзя. Но здесь Иисус Христос, Он хочет здесь объяснить что вы можете, вы можете развестись своей женой, если только только если она совершает прелюбодеяние. Еще раз. Вы можете развестись своей женой только если она совершает прелюбодеяние. И все. Если она занимается сексом с другой мужчиной или женщина. Или если она сливала другой мужчин. Да, это тоже плохо. Или другая девушка. Я знаю, что много людей любят это, но это плохо. Очень, очень плохо. Еще раз. Но я говорю вам, кто разведится с женой свою, не за прелюбодеяние, не за при и жениться на другой. И жениться на другой. И забрал другой жена. Тот прелюбодействует, если ты это делает, молодой человек. Ты прелюбодействуешь и женившись на разведенной при действует. Если я разводил мою моя жена, извиняюсь, если я разводил мой жена, она не может, она не может выйти в замужем с другой мужчиной. Это Бог закон она не может вообще. Кто будет, кто будет жениться с ней, он уже прелюбил, он уже, как сказать здесь, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Это значит, что если, если я хочу жениться, а мне нравится девушка, которая уже есть муж, но его муж разводил ее. А мне нравится эта девушка. Если я буду жениться с ней или заниматься сексом с ней, это уже грек. Это мерзость при Богом. Никто не может с ней жениться. Она должна быть один, до когда она будет умирать. Да, это Бог законе. Но я знаю много людей, не хочу слушать это. А женщина, если ты любишь Бог, тебе должно быть очень хороший к своей мужчине. Никогда не целовать другой мужчин и девушки. Или заниматься сексом с другой мужчин и девушкой. Надо быть с твой муж навсегда. Это что это значит? Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter and podcast and stay up to date with us. For more information please visit www.israelunite.org.